В этом году детский парк «Орленок» открыл свой 91-й летний сезон. Ровесник Абакана, городской сад, в котором назначали свидания наши бабушки и дедушки. В «Орленке» выросло не одно поколение горожан. Вот и Наталья Александровна Шефер, директор парка, вспоминает, как приходилось с родителями кататься сюда на лошадках. Так как я выросла в этом городе, родилась и выросла, поэтому парк «Орленок» – это мое детство, реально мое детство. Ведь аттракцион лошадки, я помню себя еще совсем маленькой на лошадках. И это мой дом. Я наблюдаю за нашими ребятишками, с каким удовольствием они визжат, кричат, катаются. Также родители, которые удивляются, что на лошадках можно тоже покататься. Поэтому этот аттракцион... Возле него прошло мое детство. Они будут стоять всегда. Это самый-самый аттракцион, безопаснейший. Он постоянно на отлично у нас проходит все проверки. Руководитель управления культуры, молодежи и спорта Юлия Чурилова тоже росла вместе с «Орленком». Поход на карусели всегда праздник, особенно когда заветный билет на орбиту сжат в ладони. На орбиту я сейчас, к сожалению, могу только смотреть. Если в детстве на ней каталась, то сейчас уже не могу себе такого позволить. Мне очень нравится возле танцплощадки зона, сделанная в формате ландшафтного дизайна, с гортензиями, с интересными растениями. Очень уютная, очень фотогеничная, современная. Сегодня по парку наши героини прогуливаются как руководители учреждений, отвечающих за сохранность, красоту и безопасность «Орленка». Парк – это не только качели, аттракционы, но и место для отдыха и развития горожан и гостей столицы республики. Календарь мероприятий в парке расписан на целый год. Фестивали, спортивные зарядки, творческие встречи, шахматный клуб и, конечно, танцы под духовой оркестр, как и много лет назад. Я продолжаю сюда ходить и как горожанин, потому что я мама, у меня есть дети, я их вожу с удовольствием. Сначала сама каталась, пока были они маленькие, нужно было их сопровождать, теперь просто их привожу, да, сюда. И прихожу сюда, конечно, с Натальей Александровной, мы взаимодействуем в рамках работы. Какие-то моменты отмечаешь уже как простой обыватель, и где-то задаешь вопрос, уточняешь, иногда бывает что-то в совместном обсуждении приходит какое-то решение. Парк «Орленок» является нашим партнером в организации массы мероприятий. Без парка нам никуда. В летний период парк является таким у нас волонтером, учреждением с большим добрым сердцем, которое помогает и катает победителей разных конкурсов и фестивалей, детей из многодетных, малообеспеченных семей. Поэтому мы в постоянном активном взаимодействии. А скоро в Абакане появится еще один «Орленок» – Черногорский парк. Теперь тоже в ведении Натальи Шефер. В будущем там откроются детские аттракционы. А пока Наталья Александровна вместе с коллегами думает, как украсить Черногорский парк зимой. Аттракционы там будут. Единственное, что для более малышей, так как территория не позволяет ставить огромные аттракционы. Также мы планируем там кафе, детское кафе, летняя веранда. То есть вообще мы планируем этот парк сделать вторым «Орленком». Если вы думаете, что у парка «Орленок» есть каникулы, то вы ошибаетесь. И зимой здесь продолжается жизнь. Как говорят в администрации парка, они собираются сделать новогодние локации, украсить парк к зимнему сезону. Ну а пока, друзья, у нас с вами есть еще 2 дня, чтобы прокатиться на аттракционах. Аттракционов в «Орленке» немало. Появляются и новые, например, экстремальный биоробот. А вот подводный мир закрыт для посетителей. И скоро его место займет новый развлекательный объект. Какой? Секрет наши героини не раскрывают. «Орленок» должен оставаться парком детства и праздника даже для самых серьезных взрослых. То что для вас означает слово «команда»? Команда. Команда – это когда вместе, когда принимаем решения, когда помогаем друг другу и нас направляют, и мы подсказываем. То есть все делается вместе. Команда – это взаимовыручка. Поддержка, когда нужно без лишних слов, без лишних вопросов, надо, значит собрались и все вместе что-либо сделали. Команда – это когда
ты можешь рассчитывать на помощь, ну и сам готов в любой момент включиться в любой вопрос. Дарья Казак, Владислав Воронов, новости.